Приготовление шашлыка для многих сродни искусству. Свое мастерство в этом непростом деле удается продемонстрировать нечасто. Однако в минувший уикенд оценку самому желанному в летний сезон блюду дали члены профессионального жюри в рамках акции «Жареное лето». В ходе всего мероприятия гости и участники смогли попробовать мясную продукцию высочайшего качества. Ее предоставила компания «Филимонов». Пока одни дегустировали, другие готовились к кулинарному поединку. Боролись за звание лучшего шашлычника три команды – «Хищники», «Обжорки» и коллектив с нетривиальным названием «Полный расколбас». Последние решили объяснить съемочной группе выбор такого названия. Потому что мы пришли сюда хулиганить, готовить, веселиться и наслаждаться всей этой замечательной атмосферой. Стоит отметить, что никто не ограничивал кулинарные таланты участников лишь приготовлением мяса. Команды предоставили на пробу жюри свои фирменные салаты и десерты. Оценивали блюда директор по развитию компании «Филимонов» Максим Агудин, шеф-повар сети фитнес-клубов World Class Илья Тарасенко и директор сети супермаркетов «Тьюбери» Людмила Павлюченко. Однако члены жюри сразу не спешили делиться прогнозами. Пока рано кого-то выделять, потому что все молодцы, все объективно здорово подготовились. Это и внешнее оформление, и это молодцы уже приготавливают блюдо. Аромат в воздухе витает, слюноотделение полным ходом, то есть все молодцы. Эксперты оценивали приготовленные шедевры по нескольким критериям – вкус, аромат, соус и подача. Каждому из представленных блюд были даны свои рекомендации, советы и оценки. А пока команды напряженно трудились, мы выяснили, как у них обстоит с разделением труда и взаимовыручкой. Остальные члены команды, наши дамы, они нарезают салатики. В общем, как бы их дело – резать, что-то сделать. Что касается огня и мяса, тут уже все-таки, наверное, исторически сложилось. Обычно этим занимается мужчина все-таки, наверное. По итогам конкурса третье место заняла команда «Полный расколбас». Второе досталось команде «Хищники», а победителем стал коллектив кинотеатра «Владивосток» «Обжорка». Проигравших в шашлычном батле не было. Всем вручены призы и подарки от генерального спонсора акции компании «Филимонов», сети автошкол «Профицентр», а также сети магазинов подарков «Дареный конь» и кинотеатра «Владивосток». Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.